Всем бобра, с вами капитан Немов. Представляю вам новый инструмент. Называется шриф. Сделан из коробки Rocky Patel. Винтажная серия. Old World Reserve. Винтаж. На этой гитаре установлен сингл. Я его намотал сам, сделал самостоятельно. Гриф из клена сделан, накладка из венге. Вот такая вот голова, очень симпатичная. Ну, громкость очень простая такая, но особенность этой коробки в том, что она такая вот шершавая, необработанная. Я ее специально не стал никаким лаком покрывать, только изнутри покрыл лаком, чтобы она не впитывала в себя влагу. Вот, видите, какой дизайн у этой коробки. Она была такая изначально. Вот. Сделана она вручную в Гондурасе. Мензура этой гитары 600 мм, это короткая гитара, она сама по себе небольшая, очень легкая, удобная. Покупайте мои сигарбоксы. Сигарбоксы от капитана Немова. Самые лучшие в мире. Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал.